В состав местной полицейской службы входит 17 стационарных полицейских постов, 96 автопатрулей, 674 сотрудников дорожно-патрульно-полицейской службы и 368 участковых инспекторов. Вот только такая армия сотрудников правоохранительных органов оказывается бессильна в борьбе с преступностью, которая растет с каждым днем. По словам руководства полицейской службы Дайниара Мейрхана, полицейского персонала и техники катастрофически не хватает. Кроме того, руководство блюстителей правопорядка считает, что для улучшения показателей необходимо провести ремонт в полицейском участке. На 68 фактов увеличилось количество выявленных уголовных проступков, производство которых производилось по протокольной форме, по которым все дела возбуждены и направлены в суд. За самовольный пользование недрами и пользу полезных ископаемых выявлено 10 фактов, также по которым возбуждены и направлены дела в суд. За отчетный период было рассмотрено 17 946 жалоб, заявлений и обращений граждан. В целях обеспечения безопасности потерпевших вынесено 1411 защитных предписаний и 64 особых требований. За нарушение защитных предписаний привлечено ответственность 31 нарушителя. В текущем году на добровольной основе привлечено 99 граждан к охране общественного порядка. На сегодняшний день в Шымкенте растет количество квартирных краж. Только за 5 месяцев было зарегистрировано 950 фактов. А вот раскрываемость данного вида преступления стремится к нулю. Тысячи фактов кражи квартир – это уже немыслимо. Преступников необходимо поймать и привлечь к ответственности. Кажется, что этим занимаются всего несколько организованных групп. Почему вы не работаете в этом направлении? Что вам мешает? Аким города считает, что для повышения эффективности работы полицейских необходимо в ряды правоохранителей набирать штат с помощью открытого конкурса. Полицейским дополнительно будет выделено средства на покупку 70 единиц техники и 5 эвакуаторов. Также будут установлены к уже существующим еще 204 камеры видеонаблюдения.